Привет, друзья, с вами Гринланд. Мы находимся в парке Юрского периода. Это игра «Мир Юрского периода». И мы сегодня знакомимся с очень крутым животным, с первым кайнозойским гибридом, который называется Маматерий. Маматерий вот так выглядит. Он такой больше похож на носорога, чем на мамонта. У него два носорожьих рога. И вы смотрите, на большом еще и такие маленькие небольшие рожки, о присутствии которых жалеют все враги Маматерия. И от мамонта у него вот эти клевые закрученные бивни. У него такая шерсть длинная, особенно она длинная на загривке. И он больше, наверное, ему бы понравилось в холодном климате, но смотрим вокруг, он у нас помещен в помещение, где климат не выглядит холодным, снега нет, больше похоже на саванну какую-нибудь. Вот, для того, чтобы получить этого гибрида, вам нужно иметь мамонта. Сейчас вам покажу. Мамонт, вот он, на максимальной прокачке. И вам нужно иметь Элазматерия на максимальной прокачке. У меня был Элазматерий, и я использовал его для того, чтобы получить, для того, чтобы фьюзнуть гибрида этого Маматерия. Вот, давайте вернемся к нашему Маматерию. Да, мамонт тоже рад нас видеть. Трубит своим хоботом. И вот он, наш Маматерий. И давайте посмотрим, как он выглядит на разных стадиях эволюции. Вот, самый первый Маматерий. Такой неприметный серенький носорожек. Написано, что значит, шерсть мамонта делает нашего гибрида более дееспособным в холодном климате, в снежном, чем его предшественника Элазматерия. Но, как видим, поселили его почему-то в такую же местность, как и Элазматерия. Вот второй. Уже цвет приобрел он коричневый, с черными такими какими-то узорами, ближе к своему загривку. Шерстка такая у него, прическа стильная, гляньте, как будто он из барбершопа вышел. Значит, тяжелый рог и бивни Маматерия нуждаются в сильной шее и делают его невероятно могучим. Ну, понимаем, что чтобы орудовать такими крутыми рогами и бивнями, мышцы шеи должны быть прокачаны у нашего животного. Потому что по-другому просто башка отвалится. Вот она, третья стадия эволюции. Маматерий наш вот так стал выглядеть. Особо ничего не поменялось. Немножко он стал более светло-коричневым, каким-то ближе к рыжему. А все остальное такое же самое. Значит, бивни и Маматерия помогают ему откапывать растительность из замороженной земли, из замороженной поверхности. Но снова-таки видим, что разработчики сами себя перевирают. Они поселили его в саванну и говорят, что он откапывает своими бивнями растительность из земли. Вранье, вранье! И вот он, самый последний, четвертый Маматерий, которого мы уже с вами разглядывали. Вот такой он клевый, машет хвостиком. Вот такая огромная носорожья задница. Так, что тут у нас написано? Значит, написано, что бивни нашего гибрида из слоновой кости, а рог у него кератиновый, как у настоящих носорогов, которые существуют на Земле сейчас. Я считаю этого гибрида очень крутым парнем. И, в принципе, даже можно рассматривать такое мнение, что он непобедим. Для этого мы сейчас с вами отправляемся в PvP, в бои. И я это вам буду доказывать. Мы берем трех Маматериев и посмотрим, кто же достанется нам в соперники. И мы наваляем этим соперникам. Вот, преатродоны. Три преатродона достаются к нам в соперники. И сейчас вы посмотрите, как Маматерий просто разбирается с таким крутым динозавром, как преатродон, два из которых на максимальной прокачке, заметьте.
А, еще мы не поговорили, что у нас в Маматере жизнь-то 8700 и атака 4566. 4500, Карл, вы слышали это, да, ребят? 4500, гляньте, он с двух ударов просто Приатрадона выносит, плющит его просто в лепешку. Хана Приатрадону, все, приехал, чувак, приехал. Следующий Приатрадон выскочил. Он 35-ка у нас, и, конечно же, его мы тоже расплющим конкретно. Ну что ж, давайте, давайте для того, чтобы показать и разные удары, мы сохраним 2 очка, пусть он убьет одного нашего Маматери. Вот, а мы его сейчас тогда троечкой накроем, чтобы посмотреть следующий удар Маматери. Троечкой накрываем его. Раз, два, три. И двоечку переносим дальше, чтобы пятерочкой закончить. Вот такой разбег, гляньте. Бам! Такая как будто аура, воздух там спрессовывается перед нашим Аматерием. И он выносит Приатрадона. Этот, конечно же, выносит нас. Но мы так специально сделали, чтобы сейчас пятерочкой его вынести. Даже шестерочкой. Шестерочкой. Шестерочкой мы, смотрите, раз. И как выглядит эта атака Маматерия. Ух, задними лапами. Задними лапами просто выносит Приатрадона. И все. Ух, 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 ух. Здорово. Классная победа. Ну и мы доказываем, что это очень-очень крутой гибрид. Кайнозойский гибрид. Ну, он по силе второй после Индораптора. Вы представляете себе? Второй. Он круче всех других динозавров. Ну, мне так кажется. Так, что-то у нас тут крутится, не крутится. Давай. Забираем мясца и листочков немножко. И давайте еще разочек просто сыграем. Возможно, получится использовать самую крутую атаку, но не факт, потому что все-таки против Маматерия ставят сложных соперников, потому что он очень крутой и не всегда до восьмерки доходит. Но мы попробуем. И все разы, которые играл Маматерия, ставили в соперники Приатрадонов. Трех Приатрадонов. Ох-хо-хо, новое. Это что-то новенькое, ребят. Впервые только один Приатрадон. Кулозавр там. Крутозавр его перевели, кстати, в переводе. И Унайрих, Унайринг, да? Поправьте меня в комментариях, как правильно называется. Я играю в англоязычную версию и вот так называю его. Унайринг, наверное. В русском переводе будет этот динозаврик. Это тоже гибрид, поэтому настоящего названия правильного не существует. Он придуман в игре. Сохранили мы одну очку атаки. У нашему сопернику вообще сложно. У него 1208, у него очень маленькая сила атаки. И сложно ему с нами соперничать. Давайте еще 3 очка сохраним. Он также сохранял. Да, поменял динозавра и будет нас, возможно, атаковать. У нас уже шестерка. У нас уже шестерка. Мы, пожалуй, убьем, ну, или нападем хотя бы на Приатрадона этого. Убьем. И оставим себе 3 очка, чтобы показать самую мощную атаку Маматерия. Кулозавр дальше у нас пришел. Которого переводят как Крутозавр. Так, вот она, самая мощная. Давайте смотрим сразу. А ну-ка, ну-ка, покажи нам, наш друг. Вот так он кричит, рычит, разбегается. И бам! Ничего себе. Ничего себе, очень круто. Очень крутая атака. Наш кулозавр улетел навсегда. Даже убивает нас этот травоядный гибрид. Но мы сейчас ему дадим ответочку. Вот так, бам, и это очередная победа, и очередное доказательство того, что Маматерий — это гибрид, которого стоит качать, которого стоит заполучить для того, чтобы
всех на арене выносить. Если у вас три таких будет носорога, то это будет очень круто. Почему это еще очень круто? Потому что у него нет слабых сторон. Ну, допустим, там травоядные, у них слабые стороны к хищникам, а у хищников к амфибиям, ну и там у амфибий к птерозаврам. А этот чувак, он вообще не имеет слабых сторон. Он гляньте-ка, не-не, в третий раз мы не будем играть. Я просто хочу вернуться к нашему гибриду. Он просто очень круто сделан. Очень круто. Мощный. Вот, снова-таки возвращаемся к нему. Вот. Красавчик какой. Вот, смотрите, 8767 жизнь и 4566 сил атаки. Вот такой вот он. Наш носорожек новый. Носорога-мамонт. Мамонта-носорог. На этом сегодня все, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, как вам этот рогатый чувачок. А с вами был Гринланд. Пока-пока.